Сказуемое. Сказуемое в предложении может быть выражено не только глаголом, но и именем существительным, и именем прилагательным, и краткой формой имени прилагательного. Об этой форме ты скоро узнаешь. Сказуемое выражает то, что говорится о подлежащем. Как найти сказуемое? Найди подлежащее слово, которое называет то, о ком или о чем говорится в предложении, и отвечает на вопрос «кто?» или «что?». Найди слово, которое называет то, что сказано о подлежащем. Давай попробуем вместе найти сказуемое в предложениях. Цветы красивы. В предложении говорится о цветах. Что? Цветы. Подлежащее. О цветах сказано, что они красивы. Каковы? Красивы. Сказуемое. Мой брат студент. В предложении говорится о брате. Кто брат? Подлежащее. О брате говорится, что он будет, был студент. Студент сказуемое. Сказуемое чаще всего выражается глаголом. В предложениях «цветы красивы» и «мой брат студент» тоже есть глагол, но он как и нулевое окончание, под шапкой-невидимкой. Сравни «цветы красивы» и «цветы были красивы». «Мой брат студент» и «мой брат будет студентом». Поэтому, если ты хочешь проверить себя, правильно ли найдено сказуемое, измени предложение так, как будто то, о чем говорится, уже было или только будет. Например, в этом году зима холодная. Где здесь сказуемое? Подставим в предложении слово «будет». В этом году зима будет холодная. Проверь себя. В предложении говорится о зиме. Что зима, подлежащее. О зиме говорится, что она будет, была холодная. Холодная, сказуемое.